обычаях на языке танца. Именно так вот уже 80 лет государственный академический ансамбль «Нальмес» знакомит своих российских и зарубежных зрителей с адыгской культурой. Мы показываем эту культуру, мы передаем ее со сцены. В народном танце как бы передается вся душа народа. Народный танец просто так придумать нельзя. Вот какой есть ансамбль, да? На сцене. Такой и есть народ на самом деле. В юбилейный год «Нальмес» подготовил для своего народа и зрителей особый подарок – специальную программу. В нее вошли лучшие номера из репертуара, ну и, конечно, новые постановки. Репертуар ансамбля постоянно обновляется, но сохраняются главные вот элементы этнокультуры. Традиционные танцы, они, безусловно, сохраняются, но в творческом своем развитии постоянно находится в движении этот ансамбль. Он этим и уникален. Горожане давно знакомы с творчеством ансамбля «Нальмес», так что очередной концерт легендарного коллектива для сочинского зрителя – долгожданное событие. Доказательство тому – бурные овации переполненного зала. Концерт в Сочи был организован в рамках культурного обмена между Республикой Адыгея и Краснодарским краем. Приезд этого знаменитого, легендарного коллектива в город Сочи, город, являющийся территорией исконного проживания адыгов, конечно, принципиально важен. Государство, руководство страны, руководство края уделяет принципиально важное значение вопросам укрепления межнациональной дружбы. Помимо зимнего театра, коллектив выступит в Центре национальных культур в Лазаревском районе. После этого продолжит свой кавказский тур. Он начался в Республике Абхазия, завершится в Астрахани. Также в свой юбилейный год ансамбль планирует посетить Республику Крым. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.